Привет, это Академия Фузи и Ногда. При включении вашего компьютера системы Windows 7 или Vista вы можете получить следующее сообщение об ошибке с черным монитором. Баутинг отсутствует. Нажмите Ctrl плюс Alt плюс Del, чтобы перезапустить, и вы сталкиваетесь с этой проблемой. Как решить эту проблему? Где эта ошибка означает, что загрузочный сектор повреждены или отсутствует? Если проблема не связана с оборудованием, вы можете это исправить с относительной легкостью, как если у вас есть Windows DFT удобно. Установки BIOS для загрузки с компакт-диска. Во-первых, все сохранения и выхода из BIOS. Вставьте Windows 7 или Windows Vista. Установка диска в DOSI, а затем запустить компьютер. Нажмите любую клавишу для загрузки с компакт-диска или DFT. Нажмите клавишу ввода. Окон загрузки файлов, синий монитор появится, все выберите язык, время и валюту, а также другие CDs, и затем нажмите кнопку «Далее». Не выбирайте установку, в противном случае локальный диск будет отформатирована. Выберите «Восстановить компьютер» с параметры восстановления системы, ищут установочный диск. Проверить средства восстановления, затем выберите операционные системы, если вы хотите, чтобы восстановить Windows 7, иногда у вас есть больше, чем одна операционная система на компьютере, и затем нажмите кнопку «Далее». Параметры восстановления системы всплывал с пресс-ремонт и перезагрузка. Выберите «Восстановление при загрузке». Ремонт запуска выскочит и проверки системы на наличие проблем после окончания. Прошу вас, чтобы перезагрузить компьютер, чтобы завершить ремонт, си нажмите кнопку «Готово». Не нажмите любую клавишу, в противном случае он будет загружаться с компакт-диска. Появляются начиная окна си. Надеюсь, эта информация будет полезной. Спасибо за просмотр. Академия Фаузи. Подпишитесь, лайк и рекомендовать это видео. Click to get more videos playlist. Please subscribe, like, share and comment. Thank you for watching Fuzzy Academy.